Братья и сестры, приветствую вас. Время и сроки. Хотелось бы дать ответ на эти вопросы, которые вот Богдан Аркадий сейчас озвучил. Но я не знаю, когда будет пришествие Господне. Не могу дать исчерпывающего ответа на вопрос, почему так много неприятностей людей, когда они живут, встречают в жизни. И тем более я не могу узнать, спасетесь ли вы. Равно, наверное, как и вы, не знаете, что ждет меня и мою душу. Этот вопрос Бог отдал каждому из нас на личное рассмотрение и размышление перед Его лицом. Писание учит нас, я думаю, вы согласитесь с тем, что ни время, ни тем более какие-то сроки, они как бы и не в нашей власти. Но, однако, мы их активно используем. Мы ведь рассчитываем на время, правильно, друзья? Ведь так? Более того, мы определяем какие-то сроки. Мы для себя как-то вот перспективу какую-то, ну хоть какую-то, но рисуем, как-то ограничиваем, обозначаем. И иногда это приобретает такую, знаете, легкую форму, что кажется, что и время, и сроки, они в нашей власти. Ну, от нас зависит, как мы всем распорядимся и что нас ожидать будет в будущем. Более того, умение позаботиться о дне завтрашнем для себя, для своих домашних, для своих дел – это воспринимается как мудрость. Ну, житейская, конечно, но все-таки мудрость. Это как положительная черта. Вот люди многие так вот к этому относятся. Но ведь именно завтрашнего дня, друзья, у нас с вами нет. У нас нет завтра. Даст Бог, оно будет. У нас есть сегодня. И вот этим сегодня каждый день мы как-то распоряжаемся. А завтра... Завтра оно во власти Божьей. Удивительно, но вот уже мы это слышали, но почему-то именно день сегодняшний нами оказывается менее оценен, чем завтрашний. Согласитесь, большинство из нас возлагает свои надежды на какой день? На завтрашний. На завтра. Как минимум на завтра. Беспокойство наше, особенно вот я замечаю у людей в возрасте уже, зачастую связаны с днем завтрашним. Молодежь может позволить себе не думать о том, что будет завтра. А вот человек, который уже, как мы говорим, приобретает мудрость, опыт, он беспокоится о том, что ждет его завтра. К примеру, смотрите, ссоримся мы сегодня, а примирение у нас на когда откладывается обычно? На завтра, в лучшем случае. Вот оно, лукавство времени и призрачность сроков. И вот в контексте этих размышлений я хочу предложить текст, который записан в книге Екклесиаста, 7 главе. Екклесиаста, 7 глава. Я прочту два стиха, 13 и 14. Эти стихи говорят о том, что нам, как людям, знающим Бога, очень важно правильно относиться к тому дню, который люди называют как сегодняшний день. Вот к тому, как мы пройдем каждый день, который дарует нам Господь. И вот какие дает рекомендации этот мудрый человек, Екклесиаст. С 13 стиха 7 главы. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Из наблюдений Екклесиаста видно, что сегодняшний день может быть для нас наполнен разными впечатлениями. Он может быть исполнен благом, может принести с собой и несчастье. И вот какие интересные рекомендации дает этот человек по отношению к тому, вот как воспринимать то, что тебя сегодня посетило. То, чем наполнен твой сегодняшний день, что будет завтра, мы не знаем. И он говорит две простых вещи, два простых совета дает. Он говорит, пользуйся и размышляй. Пользуйся, когда все хорошо, пользуйся благом. Размышляй, когда плохо, когда посетило несчастье. Я думаю, что сложность у нас зачастую возникает вот как раз вот с размышлением. Потому что пользоваться более-менее получается, когда все хорошо, вот ну, как-то и не задумываешься о чем-то худшем. А вот размышлять, когда плохо, или же размышлять, когда хорошо в том числе, вот не всегда дается это одинаково. О чем думать?
До каких пор размышлять? Размышлять и что-то делать, бороться с несчастьем? Или размышлять и сидеть сложа руки, пытаясь вот найти какой-то философский ответ на вопрос, что меня постигло и почему? Я думаю, что в лучшем случае у нас получается размышлять, это из моих наблюдений, я вот по себе так смотрю, получается размышлять в процессе, когда я уже включаюсь активно в процесс борьбы с постигшим меня несчастьем. Использую знакомства, связи, ресурсы. Что-то делаю. Люди говорят, что даже под лежащий камень вода не течет. Это тоже житейская мудрость, наблюдение. Говорят, на Бога надейся, и сам что-то предпринимай. И, в принципе, так как-то проще у нас получается. Мы уже решаем возникшие какие-то трудности и одновременно размышляем о том, почему, что, зачем. И как-то вот этот процесс, он к какому-то завершению приходит. Рекомендации, которые дает здесь Соломон, они вроде просто звучат. Пользуйся и размышляй. Но я хочу обратить внимание, Соломон обращает внимание на контекст, в котором он говорит, дает эти рекомендации. Вы знаете, контекст моего дня, моего сегодня, он важен, потому что это общая картинка, это смысл, если хотите, это смысл, вот почему я живу, для чего я живу, пред кем я живу, что я буду делать, пока живу. И вот этот смысл, вот этот контекст Соломон очень ясно определил и обозначил в 13 стихе. Он дает такой вот интересный совет. Он говорит: смотри на действование Божие. Смотри на действование Божие. Оказывается, мудрый человек, он смотрит за участием Бога, присутствием Бога, замечает это присутствие в своей жизни сегодня. Это и есть вот эта вот общая картинка, вот этот вот смысл каждого дня. Замечать, как присутствует, как действует, как проявляет себя тот Бог, в которого ты веришь, сегодня, вот сейчас, не завтра, не вчера. Вчера можно как-то осмыслить, но это уже это прошедший опыт. Он может нас обогатить, умудрить, но остается сегодня. Вот сегодня я вижу присутствие Бога, сегодня мое время подчинено Ему. Замечаю ли я, как Он работает? К чему он направляет, что он ведет. Еще интересно, что Соломон здесь дает такой интересный ориентир, акцент. Он говорит, есть, оказывается, в нашем сегодняшнем дне может быть что-то, что Бог искривил с какой-то определенной ему целью. И он задает вопрос, кто сможет выровнять, если это искривил он? Смотреть за тем, как действует Бог в нашей жизни, оно несложно, друзья. Несложно, если ты ходишь перед этим Богом. Несложно, если Бог для тебя не закрывается вместе с закрытой Библией, с окончанием богослужения. Вот тогда несложно. Если ты работаешь, живешь, готовишь пищу, с ближними взаимодействуешь перед лицом Бога, это для тебя не какой-то, знаете, образ отдаленный, правильный, красивый, но не близкий к жизни. Это реальность твоя. Вот тогда несложно замечать, как действует в твоей жизни Бог. И невозможно рассмотреть присутствие Бога и Его участие, Его действие в нашей жизни тогда, когда мы не ходим перед Ним. Тогда, когда мы не интересуемся им самим. Мы не способны увидеть Его руку и Его присутствие. Может быть, оборачиваясь назад, вот как те двое, которые шли в Эммаус, вспоминать, вот горело сердце, тогда рядом с нами был Господь. Это тоже хороший опыт, но те рекомендации, которые мы сейчас прочитали, они касаются сегодняшнего дня и обновляемого нашего опыта. Не того, что было вчера, я могу вспомнить, а то, что будет сегодня. И моего участия и отношений моих с Богом моим сегодня. Я хочу привести такой яркий пример, напомнить всем. Это пример из жизни апостола Павла, когда его... взяли в вузы и везли по его же просьбе на суд кесарю. И вот надо было часть пути пройти, проделать на корабле. И вы помните это непростое путешествие, когда корабль постигла беда, постигла буря. И все моряки, в том числе кормчий, команда вся, все были уверены, что уже конец им приходит.
Даже некоторые хотели сбежать с этого корабля в тайне, потому что уже не видели перспективы. Писание так интересно в Деянии описывает эту картинку, говорит, что 14 дней, как минимум, 2 недели люди были между жизнью и смертью, не знали, что их ждет. Они были в страхе, они были в беспокойстве, они надеялись на что-то в какой-то момент, еще надеялись на опыт команды, может быть, на какое-то везение, на какое-то стечение обстоятельств, что завтра, может быть, станет лучше, вот что-то изменится. И вот на этом фоне, когда люди были в страхе и не знали, что делать, выделяется этот самый апостол Павел, который вполне себе очень трезво и спокойно размышляет над происходящим. Он говорит: успокойтесь, покушайте. А люди не ели, не пили, не до еды было, вопрос жизни и смерти. И он говорит: не беспокойтесь, но почему не беспокоиться? Он говорит: Бог мне сказал, что все вы будете живы. Корабль потерпит урон, да, но вы все будете живы. Никому никакого вреда не будет. Смотрите, как удивительно, да, говорит апостол Павел. Все в страхе, все обстоятельства вокруг говорят о том, что какая жизнь, нас ничего хорошего не ждет. А ему Бог сказал. Ему Бог сказал, и он просит, чтобы они тоже прислушались к этим словам. И вот что интересно, друзья, заметьте, вот этого самого откровения апостол Павел не искал. Он не искал. Оно такое ощущение, что вот Бог просто его предупредил, подсказал ему, что его ожидает. Оно как-то естественно пришло в его жизнь. Бывает, что мы с вами, вообще человек, бывает, живет так, как будто Бог где-то далеко. Он есть, но он не в моем сегодняшнем дне. Но если дни мои хорошие, то и так все нормально. Но если приходит время печали, то мы начинаем Бога просить быть рядом. Мы начинаем искать Его. Вроде бы где-то Он далеко, Боже, стань ближе. Боже, ты видишь, как мне нехорошо, как плохо поучаствует. Скажи что-то. Как-то прояви свое присутствие. И вот очень часто бывает, что Бог в таких обстоятельствах, как бы и молчит. Бывает, что Он молчит, и даже когда ты живешь перед Его лицом, у Него свой путь, который Он предусмотрел для тебя. Но если ты живешь так, как будто Бог где-то в далеком пространстве, не в твоем сегодняшнем дне, то не удивляйся, что когда тебе становится плохо, и ты начинаешь просить Бога приблизиться, Он не поспешит это сделать по первому твоему зову. Павел ничего не просил, похоже, а Бог ему дает знания. Вот смотря за действиями Бога, стоит учитывать и то, вот что было открыто Екклесиасту. Вот этот момент, на который он обращает внимание в 13 стихе. «Кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Я думаю, что здесь речь не идет о том, что мы сами искривляем. Бывает так, что мы что-то наделаем в своей жизни, потом терпим за это и говорим: «Господи, помоги, Господи». Тут Бог ни при чем. Бог может помочь, но не Он виноват в том, что постигло меня сегодня. Что посеет человек, то и пожнет. Здесь Соломон обращает внимание на то, что в твоей жизни может случаться без твоей воли, без твоего участия, без предпосылок с твоей стороны в том числе. И вот он говорит: обращай внимание, потому что, оказывается, может быть то, что искривляет Бог для каких-то целей, и подумай, сможешь ли ты это выпрямить. Благо, он дальше продолжает свою мысль, говорит: в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Вот благо, о котором здесь идет речь, я думаю, вы согласитесь, что это не только какой-то достаток. Мы часто, когда слышим вот это слово «благо», мы думаем, что речь идет о каком-то достатке. Да, достаток в том числе. Но благо – это еще и возможность жить без беспокойств. Подумайте об этом, друзья. Благо – это возможность получать удовлетворение, радость, какие-то, знаете, положительные эмоции от того, чем наполнен твой сегодняшний день. И это не всегда связано с каким-то материальным эквивалентом и достатком в твоей жизни. Хотя достаток, он очень сильно влияет на наше ощущение счастья. Никуда мы от этого не денемся. И вот Давид очень интересно по этому поводу сказал. Он в 4-м псалме, в 9-м стихе, такое вот, это его утверждение, это его позиция, это опыт его, он так его описывает. Он говорит: «Спокойно ложусь я и сплю». «Ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности». Друзья, вспоминайте, у вас так в жизни? Получается спокойно ложиться и спать, без беспокойств. Ведь несчастье – это, во-первых, беспокойство. Это, во-первых, отсутствие вот этого самого уюта, ощущения уюта, мира, комфорта.
Вот Давид, в каких обстоятельствах он говорил «спокойно ложусь, я и сплю»? Почему он на это акцентирует внимание? Да потому что, наверное, были поводы беспокоиться, но он спокойно ложится и спит. Пред Богом, уповая на Него, Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности. И вот благо, о котором здесь говорится, я думаю, что это еще и возможность не беспокоиться, не испытывать беспокойств. И вот дальше, продолжая свою мысль, он говорит, то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Похоже, что речь идет об одном и том же человеке, в жизни которого бывают дни и хорошие, и те, которые нам не нравятся. И вот на что обращает наше внимание автор. В нашей жизни, в вопросе нашего времени, сроков, вот того, чем наполнена будет эта жизнь, Бог сам балансирует соотношение добрых дней и не очень по своей воле, по своему усмотрению. И он обращает наше внимание на то, что нам нужно быть готовыми вот к такому распоряжению со стороны Бога. И, как мне кажется, он предлагает принимать то, чем Бог сегодня наполняет твой день. Знаете, мне кажется, что в этом вопросе самое сложное – это то, что Бог не объясняет нам, почему Он делает то или другое. Я не знаю, вот мой опыт отношения с моим Небесным Отцом показывает, что Он оставляет за собой право не пояснять мне, почему я должен пройти это или то. Но когда у меня все хорошо, я с этим не спорю, меня это не беспокоит. Не надо, не объясняешь, Господи, спасибо, что все хорошо. Но когда у меня не все хорошо, мне хочется пояснений с Его стороны. Но Он оставляет за собой право не объяснять. Он ждет, что я буду готов принять с Его руки. А это уже не всегда так просто дается. Ну, мы идем по этому пути, но здесь не всегда все комфортно происходит. Удивительный вот пример, я хочу напомнить это из жизни Авраама, когда он получил сына обетования, и в какой-то момент Бог говорит, чтобы, помните, он пошел с этим сыном на гору для совершения жертвоприношения. И вот Авраам идет на эту гору, но Бог не объясняет Аврааму, почему ему надо это сделать. Бог не дает ему никаких гарантий, он не обещает ему, что все будет хорошо вот в этот момент. Но Авраам был уверен, что Бог может позаботиться о всех вопросах. Вот вера Авраама, она не спорила. Иногда люди думают, что вера – это способность, знаете, дерзить Богу, это способность спорить с Ним. Но это не то. Вера, которую принимает Бог, вера, на которую Бог обращает внимание, вера, которая действует, которая работает, на которую Он реагирует, она не спорит, она принимает волю Отца, даже если ты не все понимаешь. Принимает с надеждой. И вот эту самую вот надежду уже после принятия того, что определено Богом, Господь, как правило, замечает. О том же Аврааме сказано, он сверх надежды, помните как, поверил с надеждой. Время и сроки для нас это, друзья, во-первых, день сегодняшний. Будет ли день завтрашний? Ну, как-то мы по каким-то признакам косвенным мы можем понимать, что, скорее всего, он должен быть. Но все-таки он во власти Божьей. А вот сегодняшний день Бог доверил нам. И Он дал этот день нам, во-первых, для того, вот по мудрости Екклесиаста это выходит так, чтобы мы были способны увидеть присутствие Бога сегодня рядом со мной в моей жизни. Как Он себя проявляет, к чему Он меня направляет, что ожидает. Более того, увидеть присутствие Бога, вот этот вот контекст, этот смысл. Екклесиаст говорит, что он актуален, он применим не только, когда тебе плохо. Более того, когда хорошо, когда ты пользуешься благом, ты тоже увидь присутствие Бога и подумай, для чего Он тебе это дает и с какими целями. Может быть, услышишь от Него какое-то призвание и какое-то напутствие, и какой-то призыв к служению. И вот, увидев присутствие Бога, или радоваться, или размышлять, в зависимости от того, каким образом Бог сегодня проявляет себя в нашей жизни. И вот самое важное, я думаю, вот в этом всем, вот на то, на что ориентировал своих читателей этот мудрый человек, он говорил, самое важное – разобраться с тем, что ты можешь сам выровнять в своей жизни, а что искривил он,
и нужно искать ответа у него. Может быть, принимать, а может быть, вести диалог. Это уже путь, это уже отношение. Мы видим в Священном Писании, что Бог не против диалога с теми, кто верит Ему. И даже готов менять иногда свои планы. Готов менять свои планы по просьбе тех, кто открыт пред Ним. Таких, скажем, примеров не очень много, но они вдохновляют. Они вдохновляют. Один из таких вдохновляющих примеров – это Авраам, когда он просил о своем племяннике Лоте. Но он просил издалека, он просил о каких-то там 50, 40, там 10 праведниках, да, людях, которые, может быть, найдутся в грешных городах, которые Бог определил к уничтожению. Вот это такая библейская древняя история. И Бог вроде бы прислушивался к его словам и говорит, если найдутся, да, если найдутся, да. Господь готов слышать нас, но ожидает Он от нас, что мы будем готовы также слышать Его. Будем готовы принимать Его определение. И если Он что-то искривляет, ну, на то вот такова Его воля. И даст нам пусть Господь мудрости вот трезво относиться к дню сегодняшнему. Давайте попробуем им не пренебрегать. Я знаю, что это будет тяжело. Потому что почему-то искушение, вот оно в том, чтобы все перенести на завтра. Все важные решения, все ценные какие-то достойные вещи, все нужно отложить на завтра. Это искушение всегда нас посещает. А вот сегодня, ведь сегодня присутствует рядом с нами Господь. Когда закончится это служение, мы пойдем из этих стен, и Бог будет действовать в нашей жизни. Увидим мы это, не увидим, Он все равно будет действовать. Вопрос в том, просто буду ли я испытывать от этого какое-то благословение, пойму ли, разберусь ли, буду ли соучастником, буду ли осмысленно видеть моего Бога. В этом вопросе уже нужно отвечать самому, на этот вопрос нужно отвечать самому. И да умудрит нас в этом Господь, и да благословит нас распоряжаться нашим сегодняшним днем так, как будто это и есть подарок от Господа. Видеть Его присутствие и принимать то, что Он нам дает. Принимать для славы Его. А он уже разберется со всем остальным. Аминь.